Приветствую, друзья! На связи Олег Рабков. Я являюсь оператором службы поддержки социального сервиса. Итак, основное, что я вам покажу, это как, собственно, запустить систему и зарабатывать деньги. Со всей подробной информацией о сервисе вы можете ознакомиться на главной странице, а также обратиться ко мне. Итак, начнем. Первым делом переходим к запуску системы, нажав эту кнопку. Она расположена прямо под этим видео. Нам в новом окне открывается наша система социального сервиса. Как видите, мой номер верифицирован, а это значит, я могу выводить средства с системы, но только дважды в сутки. Теперь все, что остается сделать, это нажать «Запустить систему». Итак, наша система запущена, и на данном этапе происходит ее загрузка. Поэтапная установка связи с составляющими систем. Зачастую это происходит быстро, поэтому давайте дождемся окончания ее загрузки. Итак, друзья, наша система активна и на баланс вот уже поступают первые средства. Что главное я хочу сказать, систему вы можете даже не отключать, но один раз 48 часов нужно сделать перезапуск. Для этого достаточно просто закрыть страницу системой, конечно же предварительно сняв деньги на любую из платежных систем или карточку. Теперь давайте я выведу заработанные деньги. Заходим в этот раздел. Для примера я покажу вывод на WebMoney, так как он здесь моментальный. С этой платежной системой самое тесное сотрудничество. На карточку и другие платежные системы вывод происходит в течение 2-3 часов. Вписываем номер WebMoney кошелька. И нажимаем вывод средств. Как я и говорил, на WebMoney здесь вывод моментальный. То есть в течение 2-3 минуты выплата поступит на кошелек. Работа с этой платежной системой очень удобна. Но вы, конечно же, можете выводить деньги прямо на карточку. Это также удобно, но занимает немножко больше времени. Друзья, это все, что я хотел сделать в этом обзоре. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите мне, я с радостью вам помогу.